Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В пятницу в Самарской области ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура днем плюс 12, плюс 16. Ночью 8-10 градусов с плюсом. Ветер преимущественно восточный. Скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно. Днем плюс 15. В темное время суток плюс 9 градусов. Восточный ветер. Скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облака, возможен дождь. Днем плюс 14. Ночью плюс 9 градусов. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков. В дневное время плюс 14, ночью 10 выше 0, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.